Ух, и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет. Красота, как будто рай. Вот таким бывает май. Настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает. Вот таким бывает май. Ты его не прозевай. 2 мая, день Иоанна. Назван в честь памяти преподобного отца Иоанна Ветхопещерника. Презрев мирскую жизнь, Иоанн удалился из Отечества и странствовал по разным местам во имя Господа. Наконец, он остановился в Ветхой Лавре, которая появилась первой. Обуздывая плотские страсти вожделением, святой Иоанн подражал великим древним постникам, всенощными бдениями, непрестанным памятованием о смерти, достиг совершенного умерщвления плоти и стал ангелом во плоти. Простой народ в этот день почитает не только Иоанна Ветхопещерника, но и Иоанна Воина, который известен своим даром находить и наказывать воров. И если у человека что-то пропало сегодня, то он отправлялся в церковь и служил молебен святому Иоанну Воину. И открывалась истина, кто был вором. К Иоанну Ветхопещернику сегодня обращались молитвы для того, чтобы защитить родных и близких от разного рода бед. Существовала древняя традиция выносить в поле холсты и просить весну о хорошем урожае. Крестьяне кланялись на все стороны света, после чего, обернувшись на восток, говорили: «Вот и тебе, весна, матушка, новая новинка». На разосланные холсты клали испеченный пирог и возвращались домой. Наши предки считали, что весна одевается в новые одежды, полакомится угощением и за это даст им прекрасный урожай конопли и льна. Одевать весну в новое платье есть старая славянская традиция. 2 мая развешивали одежду на кустах или раскладывали на земле, которая поросла молодой травой. Считалось, что сила растущей травы и вечной воды передается холстам, а сила солнца передается человеку через ткань. Приметы. Если сегодня дождливый и пасмурный день, июнь будет сухим и солнечным. Теплая погода сегодня предвещает похолодание в конце месяца. Если первомайская гроза с ливнями, молниями и громом придет с юга, на теплое лето. Если с севера, на холодное лето. Если с запада, к дождливому прохладному лету. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!